за сохранение традиций качества. В 2002 году товарный знак «Настоящий вологодский продукт» разработан и зарегистрирован в Роспатенте. В 2003 году по инициативе губернатора Вологодской области зарегистрирована система добровольной сертификации «Настоящий вологодский продукт». Товарный знак – знак соответствия одноименной системы добровольной сертификации. Участниками проекта являются 80 производителей области с 4702 наименованиями продукции. Здравствуйте, это программа «Приоритеты». Главная цель проекта – показать потребителю, что предприятия, участники системы и произведенная ими продукция или оказанная услуга, сертифицированная в рамках ее требований, стабильно высокого уровня качества и безопасности. Система сертификации «Настоящий вологодский продукт» добровольная. Что она дает? Она дает первое – это гарантию качества товаров, произведенных на территории Вологодской области. Это расширение рынков сбыта. Это защита наших товаропроизводителей от фальсифицированной продукции, которая у нас, знаете, появляется изредка. Особенно это масла наши, да, вологодские. И это дает, прежде всего, защиту нам, потребителям, о том, что мы покупаем вологодскую продукцию, выпущенную наш товаропроизводителями, надлежащего качества, прошедшую не только обязательную сертификацию, но еще и добровольную сертификацию, имеющий сертификат «Настоящий вологодский продукт». После прохождения организации процедуры добровольной сертификации «Настоящий вологодский продукт» и получения сертификата соответствия, производитель получает право использовать товарный знак на продукции, упаковочной таре, в документации, а также в рекламной продукции. На сегодняшний день в системе «Настоящий вологодский продукт» зарегистрировано 80 организаций Вологодской области. Это и организации хлебопечения, ликеро-водочной продукции, это выпускающие растительную продукцию, в том числе и овощи, овощи и зелень. Это предприятия хлебопечения, вода минеральная, кондитерские изделия, то есть практически вся рыбопродукция, практически все группы товаров, которые производятся на территории Вологодской области. Великоустюгский район тоже, наши производители тоже являются участниками данного проекта. Товарный знак «Настоящий вологодский продукт», нанесенный на упаковку, этикетку или документацию, свидетельствует о происхождении товара на территории Вологодской области. Это дополнительная проверка качества. История уже более 15 лет, уже даже чего 20 лет в этом году будет, да. Она понятна, что требования к производителям за этот период времени, с учетом практики, которая была получена, они ужесточены в настоящее время. И чтобы получить знак «Настоящий вологодский продукт», продукция производителей в течение года проводит лабораторные исследования и проверку качества. То есть не просто так захотел и попал. В течение года, значит, наблюдается продукция на соответствие качества. И только потом, после того, когда она действительно подтвердит, что это качественная продукция и соответствует всем нашим техническим условиям, регламентам и так далее, только тогда ее включают в перечень наименований товаров и производителя. В региональном экспорте важное место занимают кондитерские изделия, детское питание, животные и растительные жиры, мороженое. Знак «Настоящий вологодский продукт» зарекомендовал себе. Да, он дает нам надежду, уверенность на то, что вологодские товаропроизводители выдерживают все критерии, предъявляемые товарам, качеству, ну и естественно, защищает нас. Будем покупать вологодское. В настоящее время продукция агропромышленного комплекса, маркированная товарным знаком «Настоящий вологодский продукт», вывозится в 85 субъектов России. Продвижение бренда «Настоящий вологодский продукт» – один из перспективных вологодских проектов, который имеет огромное значение для формирования имиджа региона в целом, как территории, способной выпускать не только традиционно безопасную, но и современную, высококачественную пищевую продукцию. Это была программа «Приоритеты». До свидания. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.